Как? Две-четыре вечерочки, с вами снова Эдисон и банда наркоманов, конечно, без самого главного наркомана Константина Николаевича Петровича, но все же всем даровисенький булы, и мы с вами возвращаемся на пиратские прятки. И у нас сегодня, как вы уже прекрасно все понимаете, новый игрок. Это Свинка Ярик. Свинка Ярик, поздоровайся со всеми. Как мы его называем в нашей дружной семье, ходячий шашлык. Здравствуйте. Всем привет, всем привет. Учитывая, у нас такое отношение к новеньким. Свинка Ярик, учитывая, что ты у нас новенький, ты ищешь. Хорошо? Это не значит, что мы тебя не любим. Все хайдеры, Свинка Ярик, добро пожаловать в нашу дружную семью дебилов. А мы прячемся прямо сейчас, но я не знаю, куда мне спрятаться. Короче, я палю. Стасик у нас на корабле. Да. Нет, я не в ту сторону. Подождите, я в ту сторону бегу. Нет, не в ту сторону бегу. 20 секунд осталось, я не в ту сторону бегу. Или в ту сторону. Нет, не в ту сторону. Или в ту. Или в ту. Вот именно. Я не знаю. Я прячусь. 5 секунд. У меня есть одно секретное место, в которое я больше сильно хотел спрятаться на самом деле. Но уже все знают про это секретное место. Это кто такая? Это ты, Мия? Это Мия. Вот из-за тебя мне пришлось перепрятываться. Жизнь потрачена. Не, Мия, ну ты можешь быть там на самом деле. Можно еще вот сюда спрятаться, хоть тут нас очень быстро найдут. Мне нужно быть как маленькая, мать твою, мышка, ни единого звука. Просто стой, ничего не... Даже не выбегай, я быстро сюда вернулась. Быстро, вот здесь стой, даже ничего не делай. Уважаемый, я пойду разведаю обстановку. Стой здесь, как мышка. Мне кажется, я нашугал уже Мию, Мия реально отсюда больше никогда не выйдет. Мия, я просто разведаю обстановку. Мия, стой на месте. Мия, вроде никого нет. Алекс, Экспо. Он на корабле прыгает где-то. Свинка. Опа. Не. Кто-то лазит. Помаленечку, пока нас никто не заметил. Быстро прячься. Ой, быстро дошли. Если ты нас любишь хотя бы немножечко, поищи нас, пожалуйста. Хорошо. Мия, ты доверяешь монстрам? Мне почему-то кажется, нам не стоит ей доверять. Тихо, иди сюда! Я слышал чьи-то шаги. Или меня как обычно плющит, или... Тебя паранойя. Утка, я защищу тебя, выйду, разведаю обстановку. Здесь, хотя нет, здесь вроде кто-то топает над нами, поэтому... Я походу спалился, когда сказал над нами, да? Над вами, да? Да не. Вам там послышалось. Не над... Под нами кто-то там топает. Свинка, ты отлично справляешься со своей задачей. Никого не находишь. Вот продолжай в том же духе, Свинка. Я опять слышу шаги. Мия, я опять слышу шаги. Тихо. Кто бы это мог быть, интересно? Тут нет ников. Стоять на месте. Мне больше интересно, не за кого-то. Точно не за тебя, монстр. Мы кофем подавились просто. Окей. Ну, вот смотри. Тут еще минута осталась, сколько еще там? Вот именно еще. Ой, вызовите скорую, пожалуйста, осталось 50 секунд. Монстр Алекс Экспо, вызовите скорую, пожалуйста, очень плохо. Не надо нас найти, мы умрем до того времени, пока ты нас найдешь. Короче, Мия, я предлагаю выйти наружу. Мы что с тобой? Как слабаки. Да. Я предлагаю выйти, заорать на всю планету. И спрятаться обратно, потому что я не хочу, чтобы меня нашли. Хотя, мне кажется, меня заметили или нет. Нет. Подожди, а еще сухарика найти не могут. Мне показалось. Меня чуть не нашли, но я перебежала. Моя. 15 секунд осталось. Мы тупые. Вот мы это знаем, да. То, что пил только что. У нас 4 секунды, 3 секунды. Я здесь. Ищите меня. Где вы были? Мы? Да мы тут прятались. Мы вообще, можно сказать, нигде не прятались.
Короче, хорошо. Я предлагаю, я сейчас хочу быть х**ером, хотел сказать, этим сикером, сикером. Это не мат был. Или мат. Мне лучше его запикать или нет? Запикать. Лучше запикать. Я лучше запикал, да. Хайдером я хотел сказать. В общем, я буду сикером. Мия, заходи за Хайдера. Я хочу быть сам. Бросьте меня, пожалуйста. Нажмите, пожалуйста, на старт. Нажмите на старт. Можешь... Я сам. Меня все оставили. Меня все предали. Ну, я их попросил меня предать. Неплохо. Вообще. 18 секунд. Я не знаю, смогу ли я всех найти, но я должен проверить свои силы, свою силу воли, свое знание этой карты, свое мастерство Хайдера, хотел опять сказать, нет, сикера точнее. 2 секунды. Опачки-попачки! Так, ну шо, мазафакеры, выходите, я уверен, что я сейчас кого-то найду. Я спускаюсь вниз, и здесь 100%, как обычно, наше хлебобублочное изделие не прячется. Я уже надеялся, что я здесь кого-то найду. Но ладно, это как бы не конец, и это даже не начало, это середина, поэтому... Я слышал. Ой-о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 й
никого. Да помогай ты не меня бей, а помогай кого-то искать, пожалуйста. Может, не надо? Надо, Алекс, надо кого-то найти. Если никого не найдешь, забаню. Это нечестно. Это честно, это честно. Так, если опять 154,5 человека у нас спрятались на палубе где-то, и вы же понимаете, то, что я вас здесь никогда не найду, потому что я ненавижу искать на этом тупом корабле. Здесь невозможно никого никогда не найти. Потому что я... Да, кто-то там смеется. Это значит, то, что я рядом со Стасиком. Да, Стасик, признайся, пожалуйста. Да не, почему ты возле меня, Алекс, электричка, в другое место беги. Ой, а здесь еще. А чё такое? Да чё здесь так много места? Я выходите! Подождите, здесь и на втором корабле еще прятаться можно. Да. Охренеть, бабай, здесь еще и на втором корабле, да идите вы нафиг! Да я только что 2 минуты искал на одном корабле, здесь оказывается еще и второй есть. То есть ты думал, что второй для крафты? Да я думал, просто на втором там палубы нет. Опа, я лук нашел, это нормально, это законно. Да. Ядрить, колотить, да конечно, так еще можно двое суток убить, чтобы кого-то... Ну слушайте, я немножко переборщил своим... Все, да, идите в баню, короче. Я с вами не дружу, это раз, я с вами не дружу, это два. Алекс, электричка вообще бесполезный, он ничего не делает. Минута осталась, ядрить ты, колотить, ты можешь в этой жизни кого-то найти, я хотя бы тебя нашел. Мне кажется, он просто за хайдеров играет, ну то есть он им просто поддается. Найди ты уже кого-то, ёхали ты, бабай! Да найди, я не знаю, где-то, они 100% где-то прячутся. Сердечко забилось, господи. Ошкины, как орёшкины. Где он был? Он где-то прятался, короче. Не, ну на корабле или нет? Не знаю. Нет, не на корабле, он не был на корабле. А мне... Стасик 100% на корабле. Нет, давай играть. Я смотрю, вам весело, да? Ты со мной разговариваешь или с кем разговариваешь? С Алексом бежала. Господи. Ёханый ты, бабай, ну как бы, я-то может... Ой! Неужели, Алекс Электричка, ты хотя бы кого-то смог в этой жизни найти? Я нашёл. А, это сухарик нашёл, я думал, что это Алекс. Ну идите в сраку, ну всё. Здесь кто-то, я слышу. Да, Стасов, ты знал, где я прячусь? Да все, 15 секунд осталось, 15 секунд осталось. Последний человек остался, 10 секунд, да найдите его ради всего святого. Если кто-то его найдет, 1000 рублей ему заплачу. Пожалуйста, найдите человека. Если кто-то найдет за последние 3 секунды, 2000 рублей. 3000, 4000, 5000. А где он был? Где? А вот там он? Ты могла, Мия! Ты в корабле? Там нельзя. Да ёханый ты, бабай, да я ж здесь искал, стопи. А кто выиграл? Никто. 1000 рублей. Свинка выиграл! Свинка! Он и ищет еще.
Новичкам везет, новичкам везет. Ну ладно, я тогда за борт. Всем акулы сожить мне, пожалуйста, я не выиграл. Анжела, Анжела. Там монстры ищет. Монстры ищет. Почему да. я? Потому что Никич так сказал. Почему не мышь? Почему не Никич? Потому что Никич тут закон. Извини, пожалуйста. Слово Никича закон. Давай. Нет. Да. Бадми. Бан Никича, бан Никича. Тут оказывается еще столько миллиардов всяких личек, то что я даже про них не знал. Это кто? Ты кто такой? Ты кто? Кря. Ты Это. Ой! Ну вижу, ты крякаешь, я икаю. Все как обычно. Бегим! Бегим, 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 бегим. Где здесь можно спрятаться? Кто мне скажет? Здорово, ты кто такой? Ты кто? Признайся. Руки вверх, а не Руш. Ты кто? Трусь. Трусь? Я ты сказал трус или ты сказал гусь? Подожди, не да, уйди. Короче, если кто-то... Да уйди ты, дрянь колотиться, ты на женой плиты, сейчас ноги отрублю. Так, я пошутил, это слишком жестко было, да. Если сейчас кто-то будет пробегать, у меня есть секретный... секретарский секрет и план. Я просто нажму. Забанить все. Кстати, это тоже хороший план. Если бежит сикер, я его просто сразу же забаню, он меня никогда не найдет. Ой, ой, свиночку-то нашу уже шашлык-то съели уже, свинка. Иди сюда! Я вообще не вижу. Кто там кого куда призывает? Мию нашли? Свинья, ты ее упустил. Ой. Нет, я все равно могу ходить. Ой. Меня не поймут. А потому что я еще. Сюда иди. Сюда иди. А чем все так бегают? А чем все так бегают? Никто никого не ищет, а только. Ой. Ой. Знаете что? Можно тишину, пожалуйста, пожалуйста. В смысле? Кого-то там прокляли! Мия, хорошая работа! Кто-то там у нас бегает, я кого-то заметил. Хлебобублочное. Хлебобублочное. 20 секунд. А я до сих пор не могу. Ой-ой-ой-ой-ой, кого-то опять нашли, короче. Я придерживаюсь своего начального правила. Как мать твою мышка? А мы прячемся, Мия, мы прячемся. Я тоже. Ой. Кто-то тонет постоянно, кто тонет? Ой. Ой. Это Сона ВГД. Господи, я... Там трогай меня, прошу. Сухарь, я тебе... Я подлетела к вам. Вызовите, пожалуйста, скорую. Остановите запись, пожалуйста, на 87 секунд. Пожалуйста, мне плохо. На секунды. Мы уже не играем, если что. Остановите, пожалуйста. Я уже не записываю. Подождите, ага, мне что-то плохо стало. Да, я серьезно говорю. Да, пожалуйста, не ищите. Ну, дайте мне, пожалуйста, 74 секунды отдохнуть, пожалуйста. Ну, вот смотрите, если мне реально станет плохо, никто ж скорую не вызовет, потому что никто мне не верит. Вот с такими я играю. А как мы сможем... Подожди, а как мы сможем вызвать скорую, если мы не знаем точный твой адрес проживания? Это в Португалии. Видите, с какими я подписчиками играю? Они даже не знают, где я проживаю. Тут если мне станет плохо, никто мне скорую даже не вызовет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там было очень сильно опасно, но вроде опасность прошла стороной. А какого черта я до сих пор не могу ходить? Почему? Мусор уже где-то 2 минуты этот эффект плющит. Ну, в общем... Я сдаюсь. Мусор сдается, а мне здесь нормально. Здесь прохладно, здесь ветерок, здесь хорошо. Где Стас, Стасика, ты где? Я не знаю где, но меня видели, но осалили, почему ты меня? А я уже 150 раз пробил, меня даже сухарик видел. Ебать! А я вообще, смотрите, где был. Подожди. Где ты был? Где? Я наверху, на самом верху был.
Ну, в принципе, хорошо, хорошо. Я знаю, я знаю, я знаю. Да, сейчас многие попросят. Эдисон, давай еще один раунд, еще один раунд. Давай. Нет. Ну, а я ходить не могу до сих пор. Мустер до сих пор ходить не может. Ребятки, ставьте лайкусики, если хотите продолжение. Я обещаю, если не будешь ленивой сорокатанцей нашего нового участника, свинки Ярика, подпишешься на канал, нажмешь на колокольцы, мы обещаем всей нашей компании то, что выпустим новую серию. Спасибо всем огромное за просмотр, всем удачи и всем до свидос. Никич, ты... Почему ты ходить-то не можешь? Подожди, я не понимаю. Не залагала. Никич, будет музыкальное сопровождение сегодня напоследок или нет? Давай. Ну, сложно с ними записывать, я как бы не спорю. Всем пока. Почему?